Приветствуем всех. И продолжаем возмущаться неудобством местного дизайна. Быть не может. Я тут почти всю жизнь живу. Сравни это минутное неудобство и немалый шанс быть убитым стенателями. Ну, уступай. Дабы сплотились мы перед лицом призраков неведомого. Дабы не поглотила нас тьма, откуда нет возврата. Наместник не говорил о своих планах, но сейчас он наверху, так что, думаю, рано или поздно мы о них узнаем. Бьюсь об заклад, скоро все закончится. Удивительно, что мы так долго возимся с этой чернью. Ты знаешь, что запреты говорят о спорах и ставках. Стенатели безжалостны, а Пауло вообще под защитой лицом. У него какой-то талисман из самой бездны. Что за времена? Не забывай об этом, не то прирежут тебя где-нибудь в переулке. Прости меня, брат. Ветер, пыль, этого нам только не хватает. Ой, порой из-за того, что они говорят, самому разу не туда вставить. Сегодня воистину ли она избрала сей путь? Я лишь надеюсь, что чужой не добрался до нее раньше меня. Однако их было шестеро. Я рад, что со мной ты. Меня согревает мысль о том, что последние минуты я проведу с другом. Это честь для меня. Мне жаль, что другого способа нет. Но такой тяжелой раны я еще не видел. Лучше так, чем еще день-два агонии. Тогда я уйду, храня запреты в сердце. Пусть душа моя будет спокойна. Прощай, смотритель. Покинь этот мир навеки. Герцог скоро будет свергнут. Так говорят сестры Ордена Оракула. А я это нутром чую. Значит, патовую ситуацию со стенателями нужно решить. Если избавимся от Пауло, наше влияние в Карнаке станет безграничным. Как и на всем Сирконосе. Дюжина смотрителей погибла, пытаясь одолеть Пауло. Мы наносим ему смертельные раны, но на следующий день он возвращается. На его колдовство не действует даже древняя музыка. Я думаю, у Паула есть какой-то нечестивый артефакт. И боюсь, этого человека нужно убить дважды в один день. А герцог вам не поможет? Герцог не друг нам. Он изгнал меня из Большого Дворца и сделал все, чтобы вытеснить аббатство обывателей из Сирконоса. Как он смотрел на меня в тот день. В людях, которые слишком долго живут в дворцах, есть что-то скверное. Так, если не собирается больше ничего говорить, скажем сами. Просто разведка показала, что, оказывается, мы можем проникнуть в особняк, необходимый нам, и не встревая в конфликт этих двух ребят. Но, тем не менее, у нас есть причина все это хорошенько обыскать.
получилось немножко лучше, чем я смел надеяться. Знаешь, мне придется со всеми драться. Не знаю, что тут эти ребята, но вот здесь вот лежит документ. Нет, он оставлен после допроса того паренька, которого схватили смотрители. Ну, про паренька мы узнали, когда слушали несостоявшихся взломщиков. Доклад на месте кликнуло смотрителя. Арестованный стенатель сообщил нам важные сведения относительно своих соучастников и их вожака-еретика Павла. Ежедневный и еженочный дебош, колдовство, которое рассеет не в силах даже наша священная музыка. Павел совершенно погряз в разврате подлости, как мы и подозревали. С последним издыханием арестованный сообщил, что сам герцог через Павла отправлял еду в закрытый дом Арамиса Стилтона. Это место заперто так называемым замком Джиндыша. Нет сомнений, что герцогу код замка сообщил сам Джиндыш, а Павел передал его арестованному. Нескончаемый происки зла. Изначально, конечно, было мысль, что надо именно Дюрана найти, но, видимо, этого документа достаточно. Но, разумеется, так быстро мы отсюда не утопаем. Так, ну-ка. Нет, это мы читали. А, амулет. Духовный запас. Мана становится немного быстрее. Это, кстати, весьма удобный амулет для меня. Да, наверное, же пока заменим вот этот вот. И, полагаю, это один из немногих амулетов, эффект которого хотелось бы усилить. Раз уж мы стараемся облегчить себе задачу, ладно, не будем их трогать. Интересно.
Ладно, наш цель пока что добраться до руны. Так, кажется, теперь отсюда можно выбираться. Контрабанда. Я приобрел запрещенный товар у уличных торговцев, его нужно запереть в комнате конфиската. Когда смотритель Стеллас проснется, пусть принесет мне ключ. А, какой-то брат. То есть серебряные слитки у них тоже запрещенный товар. Лучше выберемся сверху. Мы, скорее всего, конечно, с оставшимися смотрителями справимся, так или иначе. Но лучше лишний раз не рисковать.
Так. Глубокая могила. Могильная гончая может погибнуть, едва возникнув. Какой-то узкоспециализированный амулет. Амадео Монте. Амадео Монте, художник, рисует рекламы и портреты газет. Живет у доков. Видел, как он проиграл рубашку в кости в ведьминой руке. У него интересные рисунки на спине. Хочу рассмотреть их поближе. Встретились. Да, у него очень необычные татуировки. Надо бы встретиться с ним еще раз или два. Нужно время, чтобы срисовать. Он привлекателен, так что с этим проблем нет. Но надо соблюдать осторожность. По-моему, за нами следят. Похоже, это один из этих петушков из аббатства. Зараза, его схватили. Здесь получается некто, практикующий искусство бездны, обитал. Или обитает. Ну да, судя по всему, обитает. А, это амулет в... Точнее, на черном рынке. И как до него добраться, мне, увы, неведомо. Если бы не герцог, наши дети не задыхались бы по ночам от этой пыли. Легко во всем винить герцога, но на прибыль, которую приносят эти шахты, живет весь город. Герцог мог бы действовать, как и его отец. Не спешить с добычей и не топить город и всех нас в пыли. А как? Сейчас в Карнаке вдвое больше людей, чем раньше. Снизь добычу серебра, у меня полсемьи останется без работы. Зачем загонять себя в гроб раньше времени? Только для того, чтобы прокормиться? Так, стоп, ну-ка. Просто еще входные пути. Нет. А, хотя... На этой неделе опять не доплатили. Эта баба считать не умеет. Пойду, пожалуй, с Паулу. Когда-то, если хотелось искупаться, не знала, сколько трупов гниет в каналах. А теперь там смердит мочой и потрохами. Так, кстати, по-моему. Хотя нет. Не она. Просто потому что знакомая обстановочка, но нет. А, да, все правильно, комната Дюрана, у которого был доступ в особняк. По делам ему. Извиняться не буду. Болит. Когда стою, болит. Когда сижу, болит. При чем тут фокус? Минди говорит, что у него рука ведьмы, которая хрен знает, когда померла. Может, еще до нашего рождения. Жуткое дело. Зато помогает. По морю идет. Меня ждет. Под парусами. Ну, кто бы сомневался. Что-то там с китами. Ясно, нам пока что не сюда. Хотя... Может, придется заглянуть.
Где-то здесь. Оно и видно. Паула паникует. Минди, будь осторожна, моя сестренка по духу. На меня напали. Я бы уже истекал кровью в бездне, если бы не сбежал как крыса. Этот человек в маске. Это не смотритель, не гвардеец. Кто-то не здешний, наверное. Настоящий мастер. Ко всем нашим неприятностям в деле еще эти заморские незнакомцы в масках. Скажи всем, стенатели должны быть к ним беспощадны. Паула. Наша встреча ему запомнилась. Недостижимая высшая истина. Ну-ну. Вера Мирей. Точнее, Мирей. И абсолют. Вера Морей. Помню это имя. Мы тоже. Ему плевать на меня. Но он молится мне, потому что нашел руку старой ведьмы случайно. И Паула мигом понял, что это выгодно. Порой части нас живут куда дольше нас. Лука получил процветающий город и немедленно его разграбил. Что оставит он? А что оставишь ты? Кого ты оставишь собирать обломки здесь, в Карнаке? Ну, в принципе, было бы неплохо сюда Корова отправить, разгребать бардак на его родине. Но он немножко занят. Хорошо, если что, еще один путь для побега. Паула, ты защитил нас от гвардейцев, но я не понимаю, как ты можешь помочь шахтерам. Одно связано с другим. Избавимся от аббатства, и я сразу займусь рудниками герцога. Если шахтеры объявят забастовку, герцог поймет. Лучше работать в два раза меньше, чем не работать вообще. Мы готовы платить больше. Лишь бы работа стала полегче, а на улицах было поменьше пыли. Можно же улучшить жизнь сперва в этом районе,
А там и во всем городе. Шахтеры сами не знают, какая у них власть. Спасибо, Павел. Так, я отлучусь ненадолго. Не выхлебай тут весь ром. Я уже устал. Ну что, наместник Бир, о чем думаешь? Взгляну на нашего друга. Что происходит? Мы на корабле? Ты посмотри, спятил парень. В супе трупные осы. Нет, вы видите? Видите? Завтра кому-то будет очень больно. Трупные осы облепили тарелку, лакают суп. Почти порядок. Осталось совсем капелька. Ладно. Острый глаз. Ваш арбетный болт нанес немного больше урона. Но это опять же не нам. Так, всего лишь два амулета, один из которых недоступен. Печальная связь, кажется, тот самый амулет на улучшение. Знаю бы теперь, куда еще Павло утопал, пока мы пытаемся выбраться. Упс. Так, шипастая оболочка.
А, уже про комнату забыли совершенно. Ладно, сначала надо все-таки Павла отыскать. Стоп, может он просто вышел обратно там, где был? Да, он на месте. А вот панику разводим. С оружием, скорее всего, стенатель. Разине. Дюран все путем. Твоих людей отпустят из компании Шиндери, как только мы приведем замену. Просто посади в приготовленные ящики пару пьяниц. Сойдет кто угодно, лежу помоложе и надуй, что мне налегали. Если не приедут дохлыми, никакого дела не выйдет. Возьми ключ. Это от подсобки моей серебрографической студии. Кого поймаешь, сажай в ящики и забивай гвоздями. Когда сделаешь дело, оставь дверь открытой. Ясное дело, меня там не будет. Мадотти. И у нас есть возможность решить влияние в обе стороны конфликта. Любопытно, конечно. Ход от дома Стилтона. Это от нашего друга герцога. Тебе пригодится, когда понесешь еду Стилтону. Оставь ему припасы и берись, что у старика есть вода. Помни, больше никто этот ход не должен видеть. Никто. Баронесса Финч Перстень, леди Уинслоу Орден, графиня Конти Бриллиант, мадам Нацио Кулон с птицей, доктор Маркола Портсигар. Вот еще одна причина найти, точнее, разобраться с Павло. Так. Оу. Он куда-то направился? Эх, надеялся, что они меня приведут к самому Павлу. Но нет, они просто отвлекающие маневры. Хотя... Вот зараза!
отомщу за смерть друзей. Да ладно. Ну, вроде их возьмем даже не задели. Паулу была засушенная рука? Так, стоп. Вот только я не запомнил. Так, железные корни. Возгрос должны сбить с ног. Наверное, он. Загнанный зверь. Низкое здоровье сильно увеличит наносимый урон. Опасный блок. Блок клинка в ближнем бою всегда сбивает врага с ног. Вы получаете урон, ставя блоки. Такое себе. Надеюсь, мы все обыскали. А, стоп. Амулет? Комната Дюрна. Бернард, Дюрн попал в лапы ребят Хам из аббатства, значит теперь у них есть ключ от его комнаты. А еще он мог рассказать им, как открывается замок Джиндаша. Надо придумать, как бы открыть дверь Дюрна. И нет, спалить все до основания не выход. Кроме того, ты пока займешься кормежкой старика Стилтона, поэтому... А, потом... Кого-нибудь найду вместо Дюрна. Ты заберись к Дюрну в комнату, там есть все подробности насчет особняка. Когда начнешь ходить к Стилтону, будь поосторожней. Если смотрите и правда получили код от замка Джиндаша, они также могут туда заглянуть Паула. Кстати, это хорошее предупреждение. Мало ли кто нас там встретит. Разум Левиафана. Пребывание под водой восстанавливает ману. Ну, теоретически, если у нас будет миссия с большим количеством воды, это может пригодиться. Серебряная студия. Стоп, нам уже нет ключа от серебрографии. Я помню, мы там пытались где-то пройти и сказать, что нужен ключ. А, стоп, мы, наверное, ее и подобрали. В смысле, его ключ. И подобрали только что, когда были у Дюрана в комнате. Или у Дюрана. Сейчас на нейтральной территории движемся, но я сомневаюсь, что увидев их лидера у нас на плече, эти ребята будут вести себя спокойно. Так, нам обещают, что здесь никого не будет. Положить Павла в ящик. Прямо-таки по стопам Дауда.
Вот оплата. Мадоти. Здесь то, что мне было позволено взять из неприкосновенного запаса. Держись, пока я не приведу обоих парней. Тошно думать о том, что придется платить этим ублюдкам из горной компании, но мы не можем позволить Биллу и Паха умереть в забое. Дюран. Какие комфортные ящички. Ладно. Пауло, пора вернуть долги обществу. Замечательно. Это что за чудище? Ой, да ладно. Всевышняя императрица со смотрителем на плече. Ну, конечно, неприятно, что нас заметили. Надеюсь, 5 лет на раздумье хватит. За это время город как раз восстановится после вашей маленькой войны. Ну, все. Проверяем. Да. Теперь можно и к особняку Джиндыша направляться. А на этом пока что все.